Добрый день, гости и подписчики канала. Неделю в Одессе хозяйничал циклон, ураганный ветер, проливной дождь, похолодание до минус 5, первый лед. И, наконец, потепление. Сегодня утром туман плюс 4, чисто щучья погода. Только через пару часов у меня первая поклевка на чистом. Пассивная щука-полторушка придавила инквизитор в цвете мутайгер. Юра кидает туда же блесну вращалку. И вялая поклевка похожей щуки. Опять пару часов тишина. Переходим в мелководную часть озера. У меня на инквизитор щука за двушку. Двигаемся к мелководному заливчику. Юра кидает под берег силикон с грузиком 7 грамм. На подъеме тяжесть, которая прет вдоль камыша. Шучу, что толстолоб. Щука серьезная, а у Юры флюр 0,5 мм. Помогаю подсачивать щуку, которая... Длина щуки 80 сантиметров. С подсаком щука весит 5,5 килограмма. Вес подсака 0,47 килограмма. Итого 5 килограмм 40 грамм. Толстая щука, рекордная для Юры. Перехожу на джерки, саваш. Затем любимый салма слайдер, 7 сантиметров плавающий. Возле лодки промахивается щука. Не даю паузу и увожу воблер вдоль лодки. Она заглатывает его по самой жабре. На коротке быстро ее вытягиваю, но она уже успела пожевать поводок из флюорокарбона 0,738 мм. Порезы терпимые, поводок не меняю.
Кидают жерки, блесны, но поклевки только на инквизитор. Хорошая щука берет на длинной паузе. Остановил воблер на 15 секунд, чтобы пожевать. И только потянул уверенная поклевка. Опа-на! Куда ты там полетела? Мне надо просто попасть. О! Хорошая щучка. Да. Да. О, хорошая. Ну я хоть экшен камеру включил. Слушай. Слушай, она как хорошо идет. Родная. Юра, мне кажется, это побольше предыдущей. Да. Так. Вон, смотри, как идет. А ты мне не дашь пацаку? Да. Сейчас такая. Слушай, я не могу ее поднять, смотри. Хорошая щучка. Это, наверное, та же пятерка. Посмотри, большая щука. Пятерка? Я не знаю, что там. Блин, ну смотри. Так, не ругаться. Посмотри, что творит. Ты видишь, как у меня крутится? Так это пятерка. Я не знаю пока. Пятерка, пятерка. Да, это толстолоб, наверное. Да нет, щука, как у тебя почти. Толстолоб, Юра, как вы мне говорили. Да это толстолоб. Ёп. Юра. Пятерочка, пятерочка. Да, пятерка. Не та же, блин. Ну это поменьше, Юра, поменьше. На инквизитор. Блин. Ой, сошла с инквизитор. Это хорошо. Ой, это, да. Моя самая большая щука на 3,6 килограмма. Поменьше, чем у тёзки, но тоже мой рекорд на озере. Воблера. Я просто, видишь, воблером чуть-чуть не докидываю до камышек. Но по идее она должна выходить уже. Ну когда видишь, она наверх не поднимала. О, хорошая щучка. Да. Ну это поменьше. Она больше сопротивляется. Но хорошо идет. Тебе говорил подойти? О. Да, орбит. Инквизитор. Так, я сейчас ее, наверное, если она... Слушай, она тоже хорошая за двушку. О, хорошая, Юра. Хорошая щучка за двушку тоже. Че ты нервничаешь? Смотри, хорошая щучка. О. А это такая рыжая, да? Да, ну это хорошая. Сегодня у меня день инквизитора. На предыдущей рыбалке щука срезала 110-й орбит в цвете мотайгер. На инквизитор
год не ловил. Теперь наверстываю упущенное. Ну тоже такая уже. Зато и не надо в пацак брать. Ну, свечку ты будешь делать? Этот самый... Я... Ну, мелкая. Так. На, тебе. Что, я всегда тут под вечер. Опа! Просто, или не знаю, ну, в принципе, она, по идее, везде должна ходить, Юра. О, Юра. Еще одна неплохая. О, пошла на меня. Слушай, опа. Это тоже будем снимать. Ну, это хорошая, Юра. Слушай, смотри, как идет. А? Ну вот на свечку уже давай. День заканчивается. Подведем итоги. На озере Трофей активизировалась крупная щука. Сегодня с Юрой взяли несколько двушек, несколько подтрешки, самые большие 3,6 килограмма и пятерка. Утром щука не брала. Был выход днем, несколько щук под камышом, и выход вечером с 15 до 16. Щука брала на чистом. Всем ни хвоста, ни чешуи. Спасибо за подписку.